Ребята, мы съедаем планету изнутри, посмотрите. Вау, даже до ядра достать можно уже, посмотрите. Ням-ням-ням, вау, вот это да. Ого, ребята, все, даже Луну съели, вот это круто. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в Tasty Blue, ребятки. Ну что ж, ребята, погнали, собственно, посмотрим, что нас ждет, ребятки, на этот раз. А на этот раз, ребятки, у нас здесь, посмотрите, сколько вкуснятины. Мы хаваем, ребятки, вот этих белук, так, вот этих моржей, ребятки, или морских котиков, как правильно на них говорить. Наверное, морские котики все-таки вот какие-то такие специфические, ребята. Мы ростом, ребятки, в 10 метров у нас рост, ребятки, в длину и ширину. Посмотрите, как мы с вами успешно справляемся со своим заданием. Так, ребят, я что-то не понял-то. Мне это что надо-то? Мне, я так понял, надо как-то пройти этот уровень. Надо же мне вырасти, наверное, ребят. Вау! Вау! Так, ребятки, подождите, подождите. А, все, мы можем хавать, ребятки. Вы видели, мы съели только что кусочек айсберга, ребят. Вы представляете вообще себе это? Отлично, так. Как-то, ребятки, я все-таки не так быстро расту, как бы мне хотелось. Но, ребята, тем не менее, все равно мы продолжаем. О, все, мы можем второй айсберг съесть. Ням-ням-ням, ребята, вы видели, какой айсберг большой мы съели? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А что, больше айсбергов не будет, что ли? Я не понял, они что, ребятки, не приплывут? Вау, да что ж такое-то, а? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ну что, ребятки, я уже 18 метров в длину, и мне... А почему в этом уровне я только могу довольствоваться вот этими? Я хочу еще что-нибудь съесть, ребята. Видите, как сделали разработчики? Немножко не так, как бы мне хотелось. Ну ничего, ребятки, мы 19 метров уже с вами в длину. На дно мы пойти тоже не можем, ребят. Не знаю почему, но так вот сделано. Так, давайте схаваем всех вот этих морских котиков, которые плачут, 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 плачут. Никак я уже не это. Хочу уже всех съесть, а побыстрее, ребятки, пройти эту замечательную игрушку. Вау, ребята, что же делать-то, а? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно все. О, отличненько, ребятки, мы прошли с вами этот уровень, и мы продолжаем нашу замечательную игрушку, ребятки. Погнали! Так, а здесь что это? Прыжки... А, все, ребята, я понял. Это прыжки через кольца. Я опять попал в цирк, что ли? Вау, ребята, я опять попал в цирк. Вау, еще одно. Ай, ребята, я обжегся. Ого, сколько рыбы мне дали за это. О, ням-ням-ням-ням-ням. Ого, ребята, посмотрите, сколько рыбы меня кормят. Вау, ребята, посмотрите, сколько рыбы падает с неба. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Круто, меня кормят, ребята, от души. Вот это да. Накормили, ребятки, от души. Спасибо вам большое за все. А мы продолжаем, ребятки, дальше нашу замечательную игрушку. Мы опять почему-то, ребятки, с вами 19 сантиметров. Ну, так понял, это такая у нас структура такая, ребятки. Быть большими ростом, а потом становится опять маленькими. Потому что мы не только растем, но когда мы, ребятки, не кушаем, то мы теряем наш вес. Стоит этот факт тоже отметить, ребятки. Вау, ребята, вы видели, сколько я ворон сразу съел-то? Ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Вах, как вкусно, вах-вах-вах.
Вах, вот это да, вот это вкуснота. Ребят, я скоро вырасту и буду таким большим, как и вот эти пингвины. Так что я смогу пингвинов хавать. Они прямо ко мне в рот будут залетать, наверное. О, я уже могу их хавать, ребят. Отлично. Вау, селедочка, 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 пингвинчики. Ням-ням-ням-ням, какие же вы вкусные. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребятки, посмотрите, сколько я пингвинов съел, вы видели? Вау, там большой очень морж, ребята. Очень огромный, так что нужно быть очень аккуратными и бдительными. Потому что морж в действительности, ребятки, не шутит. Он нас просто съест. Вау, чуть за попу меня не укусил. Ай, ребята, укусил все-таки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично, отлично. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Так, очень вкусно, ребята. Очень вкусно, дорогие друзья. Вах-вах-вах-вах-вах, ребятки, да что творится-то, а? Дайте мне... Когда я уже смогу моржа съесть? Наверное, еще... Ребятки, все! Иди сюда, морж! Ха-ха-ха, ребята, я начал хавать моржей, ребята. И вот этих опять штук, только больших уже. Большие котики морские. И моржи, ребятки, посмотрите только. Вы только посмотрите на это. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всех съем. Отлично, отлично, просто супер. Ребята, вы только посмотрите, как это круто. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, отлично. О, отлично, даже кусок айсберга съели, ребята. Вы это видели? А там синий кит, ребята, большой, вы видели? О, они же киты, смотрите, мы можем хавать серых китов ниже. Вот это прикольно, конечно. Вау, там, ребята, айсберг. О, отлично. Ого, ребята, посмотрите, каких мы... Все, ребята, мы даже китов синих можем хавать. Вы представляете? Посмотрите. Ребята, вы только посмотрите, вот только гляньте на это. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Это просто супер, ребятки. Это просто круто. Ням-ням-ням-ням-ням. Вах, как вкусно. Вах-вах-вах-вах-вах. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Ого, ребята, посмотрите, мы айсберг. Ребята, мы скоро нефтевышку даже съедим. Вы посмотрите, какие мы огромные. Реально, все айсберги посъедали. И сейчас съедим нефтевышку вот эту, которая качает нефть из океана, ребята. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично. Все, ребятки, мы даже съели нефтевышку. Вы себе можете представить. Мы уже 200 метров практически в длину. 180-170 метров, ребята. Вау, и корабль съели. 190 метров. Ребята, второй корабль съели. Третий корабль съели, отлично. Четвертый прошли, отличненько этот уровень. Это просто круто, ребятки. Погнали дальше. Вау, что это такое, ребят? Вау. Ребята, я падаю с огромной высоты. Помогите. Вай. Ребятки, что же делать? Вах. Ребята, я падаю. Скоро упаду, наверное, в океан, я так думаю. Потому что долго так мы не сможем, ребятки. С вами, наверное, ползать. Нам надо в океан, ребята. А для того, чтобы нам в океан попасть, нам надо, ребятки, доехать до конца. О, мы начали хавать, ребятки, касаток. Все, сейчас, ребятки, будет вода уже. Бульк, отличненько, ребятки. Буль. Мы с вами попали на такое местечко прикольное. Давайте, о, отличненько. И прошли этот уровень. Круто. Так, ну что ж, ребятки, последний уровень в этой игре. И мы поехали. Ребята, и что же нам приходится видеть? А нам, ребятки, приходится видеть буквально все, что происходило с самого начала, ребятки. Мы стали опять самой малюсенькой акулой в мире, ребятки. И нам фитопланктон надо кушать. Так, ребята, а где же мне фитопланктон? Ага, все. Фитопланктон, отлично. Давайте, собственно, его с вами съедим, ребятки. Ням-ням-ням, как это вкусно, какой вкусный фитопланктон.
Не правда ли? Вон уже жучки-паучки какие-то меня хотят, ребята. Надо от них убегать, потому что съедят и все, ребят. Ого, ребят, ну смотрите, как я быстро расту. Реально круто, да? Скоро, наверное, съем этот фитопланктон, который уже, ребятки, с ногами и руками. Который уже похож на какую-то личинку. На ракоподобного какого-то чувачка. Так, ребятки, ну что ж, да, мы отличненько. Мы с вами уже можем кушать этот зоопланктон, называется это. Потому что это, типа, уже живое, да? Да, отлично. Ням-ням-ням. О, там, ребята, уже жучки какие-то, паучки появились. Тут тоже зоопланктон, наверное, только постарше, чем эти ракоподобные. Так, отлично. Так, ребятки, когда же я уже, наверное, скоро смогу их кушать? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Может, я уже смогу и их кушать. Вай. Дайте мне из воды-то вылезти. Дайте мне похавать, что ли, что-то. Сейчас, когда они поймут, что я вырос, они начнут, ребятки, от меня убегать уже. Потому что будут понимать, что я их могу уже съесть. Будут меня, ребятки, опасаться. Вот этот зоопланктон, который мне так сейчас мешает. Все, ребята, отлично. Мы можем хавать зоопланктон. Это очень круто, ребятки. Это круто, просто круто, ребята. Так, зоопланктон. Где он еще-то? Ага, вот он, отлично. Ох, ням-ням-ням-ням, как вкусно, как много здесь бактерий разных вкусных. На вкус малюсеньких рачков. Так, отлично, отлично, отлично. Да что ж такое, не могу словить, а? Вай, 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 ребята. Ой, там уже ракоподобное, ребята, посмотрите, там уже личинка этого. Скажите, как его? Креветки, ребята, личинка креветки, точно. Думаю, как же правильно, да? Так, сейчас мы с вами, ребятки, посмотрим, на что мы способны, собственно, и... Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот это вкусно. Отлично. Вай-вай-вай, ребята. О, все, ребятки, мы можем уже хавать вот этих ракоподобных личинок. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Иди сюда, дорогой, ха-ха-ха. Всех съедим. Всех съедим ракоподобных. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это вкусно, ребятки, вот это я расту. А расту, ребятки, я довольно-таки быстро. О, ребята, там уже личинка этого тоже, видите? Вот это, наверное, настоящая. Это я еще зоопланктон хаваю. А это уже, ребятки, настоящая личинка этой креветочки. Креветочка. Ну ничего, ребятки, мы сейчас быстренько вырастим и тоже ее ставим. Мы очень быстро, ребятки, растем и развиваемся, в принципе. Так что нам совсем, ребятки, недолго. Мы сейчас быстренько все вот это похаваем. И сразу же съедим эту личинку этой креветки, ребятки. Видите, мы уже ее догоняем по размерам. Да, ребята, и видите, как быстро мы уже ее можем хавать, ребятки. Отлично, ребята, посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Все, а там уже, ребятки, настоящая креветка. Вы видели? Настоящая большая креветка, ребята. Это малюсенькие креветочки, ребята. Это малюсенькие креветочки, которые мы собираем с вами.
Они довольно-таки очень маленькие-маленькие, но... Ничего, ребятки, мы все поднимались. Вы видели, какие мы были? Мы вообще фитопланктон кушали. А теперь, ребятки, потихонечку растем, растем, растем. И нам надо стать опять большими, ребятки. Очень большими, чтобы все это дело, так сказать, поставить на место. И вырасти, ребятки, и опять схавать всю планету. А в этом последнем уровне, ребятки, я буду кушать, наверное, планету. Сейчас зайдем и посмотрим. Ух, ребятки, ням-ням-ням, как же это вкусно. Какие же вкусные вот эти, ребятки, креветки маленькие. Они такие вкусные настолько. О, ребятки, я скоро уже, наверное, буду хавать эти настоящие креветки, видите? Мне еще надо подрасти на вот этих маленьких немножко, чтобы начать хавать их. Вау, да что ж такое-то, а? Не могу никак словить, ребята. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Отлично, отлично. Уах, 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 как вкусно. Как вкусно, ребята, как вкусно. Как же это вкусно кушать вот эти вот личиночки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Отличненько, ребятки, это просто супер. Это просто круто. Так. Ох, как вкусно. Все, ребятки, мы уже научились хавать больших креветок, ребятки. И все, мы их теперь хаваем. Вот две сразу. Ням-ням-ням, отлично. Ага, и вот две. Давайте съедим их. Скоро, ребятки, селедочка должна пойти, я так думаю. О, ребятки, отлично, да, ребята, сейчас будет и селедочка, сейчас мы креветок наедимся, ребятки, и будем, наверное, кушать селедочку, ребята, погнали. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же это вкусно, ребятки. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Надо быть очень бдительным и внимательным, ребятки, вау. О, ребятки, мы здесь уже можем прыгать наружу, посмотрите. Мы уже довольно-таки большие, чтобы прыгать наружу, и это круто. О, пингвин такой большой, он меня еще может скушать. О, мы уже маленькую селедочку, ребятки, можем кушать, вы видели? Маленькую селедочку можем уже есть и превращать потихонечку, ребятки, в пищу. Ох, как вкусно, ням-ням-ням. Вах-вах-вах-вах, как вкусно, вах-вах-вах. Все, ребята, мы даже любую рыбу, наверное, уже можем кушать, да? Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, ребятки, селедочка. Все, ребятки, селедка пошла во вкус, вошел я в вкус. И хаваю селедочку, ребятки. Ой, съел череп человека, ребята. Надо быть аккуратным, потому что пингвинов мы еще, ребятки, пока хавать не можем. И они нас могут просто-напросто пранткнуть, ребятки. Так, отлично. Но еще, ребятки, немного осталось, потому что... Посмотрите, как я быстро, ребятки, набираю вес. Очень быстро, ребятки, все-таки растут. Все, ребята, даже пингвины нам теперь подвластны. Отлично, отлично, отлично. Просто супер. Вот это вкусно, ребята. Вы просто не можете представить себе, как это вкусно их кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Ням-ням-ням. Супер просто. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вах, 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 как вкусно. Вау, ребята, накололся на штырь. А там медведи плывут, вы видели? Там медведи на велосипеде, как всегда, занимаются, ребятки, своим делом. Так, здесь уже бочки с корабля какие-то. Мне надо с ценным грузом. Наверное, покушать для меня оставили, ребята. Так, ребятки, медвежата меня пока еще кусают. Я пока еще не могу сильно противостоять ним. Ну, бочечки съели, отличненько. Так, медвежонков пока мы вообще не можем трогать, ребятки. О, ребятки, я бы там постоял бы и кушал бы. О, все, ребята, мы маленьких медвежонков съедаем, отлично. Тести, тести, говорит. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, идите все сюда. Наверное, скоро, ребятки, и больших
начну кушать. Я уже практически 3 метра ростом. Все, ребята, даже большие медведи. Вау, там, ребятки, вертолет репортеров новостных, которые меня хотят съесть. Ребятки, посмотрите, как быстро мы набираем массу. Мы уже 5 метров. Реально очень большие, очень. Ребят, посмотрите, как быстро мы набираем массу. Посмотрите, как быстро мы с вами, ребятки, набираем массу. Вы просто посмотрите. Все, ребятки, мы даже умеем кушать всех подряд. Даже уже вертолет. А, ребят, вертолет меня разрезал. Мы пока еще вертолет не можем кушать. Но ничего, ребятки. Сейчас все. Теперь уже точно можем, наверное, да? Нет, до сих пор не можем, ребятки. А, там синий кит, ребятки, большой. Надо от него убегать, потому что это не есть хорошо, ребята. Ням-ням-ням-ням-ням. Как же это вкусно. Мням-ням-ням-ням-ням. Вау, ребята, укусили меня опять немножко. Вау, ребята. Вау, вот, да-да-да. Мы можем хавать вертолеты, ребята. Отлично, теперь нам они не помеха. Отлично, просто супер. Ого, ребята, можно так вот стоять и постоянно поджидать здесь вертолетов и ловить. Так, ну ничего, ребятки, давайте ловить китов. Здесь жирности намного больше под водой. Все-таки мы растем, ребятки, из-за того, что кушаем мясо. А мясо нам жизненно необходимо, ребятки. Ого, сколько их там. Ох, ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно, ребятки. Давайте вот этих кальмаров покаваем. Вау, ребята, отлично. О, все, ребятки, посмотрите, какие мы огромные. Вау, ребята, там пассажирский самолет меня чуть не сбил, вы видели? Отлично, просто супер. Так, ребятки, мы уже 40 метров в длину, ребят. И я думаю, что скоро за нами и не только эти, а и истребители погонятся с подводными лодками. Посмотрим, на что они будут способны, да? Так, ребята, 60 метров мы. Вау, ребята, мы съели пассажирский самолет. Вы видели? Вы это видели? Мы съели пассажирский самолет. Вау, и даже старинный корабль, который был затоплен 1000 лет назад. Мы тоже его съели, ребята. Так, ребят, я так понял, мне надо охотиться за вот этими воздушными суднами, которые сейчас плавают. Отлично. Ого, ребята, все. Посмотрите, ребята. А, опять дельфин за мной, и это рыба. Опять они мне не дадут покоя. Да что ж ты будешь делать, а? Ребятки, меня хотят съесть дельфин. И эта рыбка, которыми мы играли с вами раньше. Но они сейчас поболее меня, ребятки, и пытаются меня съесть. Несмотря, ребятки, на мой вес и рост, что я уже, ребятки, 100 метров, мне все равно не хватает этого для того, чтобы их, так сказать, победить. Потому что мне надо сила немножко побольше, которая будет превосходить это все. Да что ж такое, 107 метров я, ребята, и никак не могу съесть этот самолет. 120 уже, ребятки. Так, ребятки, 130 метров. Ох, отлично, ребята, 133 метра я. Да что ж ты будешь делать, а? Не успел съесть, но ничего. Вау. Да что ж ты, корабль мешает. Так, на дне у нас есть что-то похавать? Нету, нету. На дне для меня, ребятки, абсолютно ничего нет. Ну ничего, ребятки, я набираю массу, было меня 100. Теперь уже 150, разница есть, я думаю. И скоро мы, я думаю, победим обязательно, ребятки.
Так, 152 метра, ребята, 153. 157. Так, ребята, давайте как-то уже, наверное, будем быстрее это делать. И, собственно, съедим этого дельфина и эту золотую рыбку, потому что они очень нам уже надоели. Пытаются все съесть и съесть меня. Наверное, истребители были не так придирчивы, как эти рыбы, как эта рыбка и дельфин. Ребята. Ну что, готовы вы? Все, ребятки, мы их съели. Отлично. Ребята, посмотрите, какая у нас длина. Мы 233 метра. Ребятки, это просто говорит о том, что мы довольно-таки очень большие, и это все просто круто, ребята. Да-да-да. Вы не ошиблись, ребятки. Это все действительно все так вот сладко. Ох, 90. Посмотрите, сколько я. 295 метров. Ребята, посмотрите, какие мы огромные. Мы тупо все хаваем, что есть на этой планете, ребята. Посмотрите. Вау, ребята, мы начали хавать грунт. Посмотрите, мы начали хавать это. Пещеру рыть, камни. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, мы начали кушать камни. Ребята, мы кушаем лаву. Посмотрите, лава. Лава, которая под планетой, ребята. Вот это да, вот это да, ребята. Я еще такого не видел. Я вот это такого еще никогда не видел, ребятки. Это довольно-таки серьезно очень. Ребятки, вот это круто. Посмотрите, как мы изнутри съедаем планету, ребята. Ребятки, вот это да, вот это круто. Ребята, мы съедаем планету изнутри, посмотрите. Вау, даже до ядра достать можно уже, посмотрите. Ням-ням-ням, вау, вот это да. Ого, ребята, все, даже Луну съели, вот это круто. Акула, ты молодец. Так, ребятки, ну что ж. И здесь ученые, которые, ребятки, на станции на другой сидели, они просто в шоке, что вырастили такого монстра. И акула улетела в космос, ребятки. Ну что ж, ребятки, отличненько. Мы с вами прошли игру Тести Блю, ребятки, уже второй раз. Ну, вам же нравится, вы же просите меня в нее играть, значит, вам нравится, ребятки. Так что с удовольствием, ребятки, поиграем еще раз когда-нибудь в нее в следующий раз, ребятки. А этот, ребятки, выпуск подходит к концу. Я, ребятки, хочу, чтобы вы подписались обязательно на мой канал, поставили колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики, чтобы не пропускать все мои новости, которые я опубликовываю, ребятки, а также, ребятки, комментируем мои видосики, ставим пальчики вверх, и пока-пока, с вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство, ребятки, до скорых встреч!